Здравствуй, мой любимый поклонник стратегий. Ты слышишь Алексея Халецкого, это значит, что ты на канале Лёша Играет и смотришь продолжение партии Занубио на 10-х в Sid Meier's Civilization 6. Если ты случайно наткнулся на это видео, то лучше перейти к началу партии, ссылка есть в описании к этому ролику. Ну а спонсоры канала все видео видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им большое за поддержку и приятного продолжения просмотра. Я понял, о чем этот Карнгорм. Окей, тогда договорились. Так, хех уже можно расти. Растем. Блин, у меня уже 20 жителей скоро в столице будет, офигеть. Просто офигеть. Так, поплыли. Тут ставим карточки на корабли. Так, это стоит. Наверное, уберу гражданский авторитет и ставлю каперские... Хотя, блин, снижается на 50% доход торговых путей, но мне надо каперов поднастроить. Это, кстати, и на культуру с наукой тоже влияет. 4 хода капер все равно стоит. Наверное, тут надо достроить сначала священное место. Ей. Давайте пока ну, так. Ну испанец в союзе с ним. Далее. Ничего не понял. Ты в союзе с Португалией, испанец. Мы тут уже мировой заговор против Португалии составили. Ну, да, я заключил с Португалией союз, чтобы забрать быстро Саладина. Потому что, ну, смысл отдавать все Португалии. Ничего не забрал у него. Ну, у меня как-то дружба супер долго длится. То есть мы объединились. Давайте вместе, дворец Паталу сюда поставим. Он забрал в одиночку. Да, кстати, надо давай купить посела еще. Хочу тут город все-таки поставить. Ну, ты типа просто отдал Саладина ему. И все. Нет, я тоже Саладина заберу сейчас. Конго, поставь, пожалуйста, метку, где Пантанал. По-моему, не или я не открыл еще форты. Да, вот они. Ладно, пока тогда не будем. Спасибо, спасибо, Вьетнам. Забавно, что Омега полностью выкупил все клетки. Ну, естественно, у него проблемы с производством. Так, не успел отправить караван. Мне, наверное, надо вот из этих... Из Илькуру. Тут еще будет производство, когда священное место появится. Заберем, как у кого. Еще нет. А тинер синхроны пошли. У меня просто что-то случилось с Йотой, и поэтому вырубился полностью интернет. Я пересел на другого оператора. Синхрон, скорее всего, из-за того, что вылетел. Должен пропасть будет. Дайте урбанизацию открывать. Предлагаю кое-что. Кризис против Португалии. Прямо сейчас. Отлично, только так как мы его не встретили, нам, наверное... Он не появится. Ну, типа вот кто есть хотя бы. Так, слушайте, может рассадить юниты по всем городам? Тут от Конго немножко вправо, и там очень близко к нему на самом деле. А, если будем союз? Ты какой хочешь? Ну, у меня экономически с этим, с Филиппом. У меня просто военного нет, я бы бонус был. Ну давай научно тогда хотя бы. О, все, Мироя больше не растет пока. Я там кинул. Пять послов. Так, а Магадишу захватывают, я так понял, да? Может, они отправлять послов? Да, я его захочу.
А, у меня нет, ничего не пришло. Кинь еще раз. А, давайте я с кардифом замерюсь. Может быть, в него буду отправлять. Там электричество дает. Нет, тут я акведук не хочу ставить. Собор Святой Софии. Почему бы и нет? Эти шпионы отправить мне. В Нуре военный инженер. А, тут центр коммерции. Нет, промышленную зону. Значит, давайте акведук, наверное, не акведук, а дамбу сюда. Значит, промышленную зону сюда. Давайте, наверное, сначала дамбу. У нас тут есть уже тут еще одна. Мне отключать таймер. Ну, у меня ж нет таймера сейчас. Да, у Атини нету таймера. Он когда загружается... Ух, Махенджи-Даро. Ну, Махенджи-Даро дает... Ты загрузился. Да, я хожу. Пытаюсь как можно быстрее, конечно. Так, как мне тут по дороге, наверное... Почему я не могу отправить это? Так, значит, вы приняли, да, эту фигню? Ну, там бот кинул. Бот и молочко-сметанка, да? Я просто провтыкал, я вкинул на автомате. Это, наверное, в Мирое пока без денег, просто чтобы дорога была. А, так она тут есть. Блин. Ну ладно, производство все равно мне надо. Так, ищем источники. Хорни, тут такое дело, ну, мне нужен тот полуостров. Че это? Ну, объясню почему. У тебя уголь есть, у Вьетнама уголь есть, у меня вообще нигде нет угля. Есть одна шахта, которая на том полуострове. Все. Я без угля не смогу, ну, нормально на море воевать. И с одним углем то с трудом смогу это сделать. А у меня сколько углей? Я только сейчас открою его. Давайте я, наверное, выкуплю эту и эту клетку, чтобы еда появилась в городе. Есть. Ну, вот у нас самый зажиточный товарищ это Микспа. Я у него вижу только 4 шахты. Ого, мне бы еще открыть ту уголь. Слушайте, а я... Вообще классно. Я тут реально давлю на инка-религии. Там ты хочешь один город поставить на реке вот той? Ну, тут уголь находится, вот видишь мрамор там, Майпа? Ага. Вот ниже на 2 клетки, вот тут уголь. Я могу сверху поставить, там можем вдвоем его как-то распилить. Но он у тебя отъедет просто по лоялке. Нет, да я да, если я там влеплю, то он не отъедет. Ну хорошо, давай поставь один город на реке. Ну мне чисто под это и все, он не будет. Производство здания. Еще у меня мрамор один тут. Город, ладно, окей, договорились. Да, все-таки в каве. Давайте в каве. Будет, блин, никак не могу решиться. А в хехе я свинину организую. Мне, кстати, еще не, китов наоборот, надо. Наоборот, не на море. А, ты к углю тогда не дотянешься? Как, ребят, вам интересно, где нефть? У кого? Ну, как, где? У тебя ее нет. Я ее, по крайней мере, тебя не вижу вообще. А у шотландца? Так, слушайте, я дайте я проверю, как у нас тут границы городов. Вот, блин, я все время забываю, что я хочу купить посела. Сколько посел стоит? Прикол в том, что пехотинцы эти... 580. Ну, да, сразу первыми в эпохе. Один, но она его пока еще не захватила, и надо будет город помпе ставить. О, слушайте, мне надо в химию идти. А в индустриализации, кстати, только один шат, ну, на нашем континенте, во всяком случае. Опять Атини рассинхрон. Ну да, если в третий раз будет рассинхрон, я снова переставлю, но идет. Кстати, за 2 месяца она в первый раз так трейд. Так, к шотландцу отправил.
Ну, я хотя могу только к шотландцу и отправлять, в общем-то. Поэтому давайте, не знаю. Как-то угля бедненько насыпала на карте. То, что бедненько, совсем хреновенько. На нашем континенте, по крайней мере. Не, ну может там у Нубии что-то есть. Нет. Ну как нет, есть, ну, два только. Вьетнам, тут уже рядышком португальские каперы катаются. Так что держу тебя в курсе. Знаю, вижу. Выражаю озабоченность. Можно сказать, и запретный город. Я как бы районы все построил, может, на месте вот этой фигни уже запретный город? А может мне кто-нибудь объяснить? У меня почему-то соседство акведуком считается у промышленных зон, хотя нигде рядом нет акведука вообще. Есть мой уникальный район, Банас. Он же не считается акведуком, так ведь? Это пригород заменяет. Ну да, ну у меня просто производство соседство с акведуком. Это вот в банде Конго, например, да? 6 производств? Нет, это там... А, подожди, это у тебя акведук тут. Квилла я ставлю, мне почему-то показывает, что у меня соседство с акведук. Не знаю. В цивилопедии тоже ничего не написано. Возможен глюк. Кто там говорил, кстати, хочет выйти в фрегаты или во что там? Просто что у Португала города чисто все на побережье. Все абсолютно. Как бы линкоры, подлодки. Прям вообще все. И многие обстреливаются с трех клеток. Мне кажется, фрегаты уже поздновато, надо в линкоры выходить. Да нет, тут и каперы нормально будут, чисто не для захвата, а для грабежа всего побережья, вот это вот. Фрегаты так точно уже слабоваты. А вот каперы очень неплохо. Ух ты, опять что ли в темный век? Так, и свинину я хотел. Свинину в хихе. Блин, так далеко к их континенту плыть. У нас на континенте два угля. Ну, то, что я вижу, по крайней мере. О, кого я встретил? Португалию встретил. Ага. А кто-нибудь еще, кроме меня, Португалию встретил? Я встретил. Я встретил уже давно. Ну, может, военный союз и объявляем войну ему? Ну, до него добраться еще надо. Чтобы он ну, в смысле, и разграбил все города. Ну, то есть вы флот не строите или что? Я просто не понимаю, как вы это себе представляете? Он воюет с тремя, но он приводит именно к вам грабить города? То есть мы сидим, ждем, пока он дальше усилится? Нет, я строю корабли. Нет, я к тому, что военный союз, да, нужно, но нужно, когда у нас будут рядом войска, а без этого... Почему? Он приплыл сейчас уже ко мне. Я так понимаю, что он еще и рядом с Вьетнамом. Мы сидим, ждем... если объявляем, я слышу вам все прибрежные города, говорит. Он Конго и Вьетнаму угрожает. Я, например, я так понял, что вот у нас есть проплыв снизу континента. Я сейчас просто отправляю все корабли туда. Ну, к вам да, по низу. Есть проплыв. Вот. Но я хочу убить его юнит, который тогда тут плывет, получается. Я не смогу, если без военной... Без военного союза. Что еще шотландец, а ты встретил Португалию? Да.
Вот, давай с тобой военный союз и объявляем ему войну. Желание произошло, что у тебя останется. Да, это я как бы, знаешь, жопой чувствовал. Так смотрю просто. Ты как знал. Тине каждый ход у него рассинхрон. А, там от Тине опять рассинхронил. Ну, не. Ох, тебя робовойс. В общем, понятно. Нужно пересесть на другой интернет. Ну да. Микс по куда-то вылетел. Опа, это я вылетел. А, блин, я думал, это капер. Не, ну, с фрегатом мы еще можем. Так, что, союз? Повоевать. Ага, вот тут он. Вернусь сейчас. Можно таймер убрать? Раз у нас там вылеталочки. У нас он же успевает заходить, нет? Да, у меня таймера нет, когда я к ним захожу. Я тебе речь, у нас микс повылетел. А, Как интересно. Ух ты, я в нормальном веке, 6 ходов. В принципе... Через осуждение или прям внезапно? Мне просто выгоднее бы через осуждение. Тогда промышленность получу. Ну, я вообще-то хочу прямо сейчас объявить войну. И, не, ну просто так у меня было бы 100%. И вот. у тебя Шотландия, у тебя освободительная, по-моему, там какая-то должна быть. Да, или да, еще... но для нее вот не нужно объявить. Так как, а какая у тебя освободительная? Он захватил какой-то город, чтобы ты мог освободительную? Да. Сейчас захватит. Ладно, поехали. Да, блин. Опять отключился Микспа? Да, что-то Микспа пердолит немножко. Так, подождите, я через шотландца сейчас. Походу у него старая проблема вылазит. Ну, она не такая старая. Не, зло пробудилось. О! Походу португалец просто ждал момента. Он приехал тебя захватывать или что? Ну, тут уже флотоводец стоит возле Стерлинга. Ну, так убирай флотоводец. Он просто скаутит тебя. Ну, он Стерлинг все равно не доберется до него. А, ну, около и... Кавилла стоят, если что, в 3 фрегата. А, прими, где? Шотландец, сделку прими. Кавилл — это север нашего... О, юг нашего континента. А сколько у тебя еще дружба с этим, с португальцем? Ну тут этого не, бессмысленно возвращать, потому что уже далеко. Я лучше встречу две других цивилизации. Да. О, мне надо Валетту пересюзеренить. Очень быстро. Пошли посольские войны, да? Да, господи. Атиньо отключился. Атиньо, Микспо, что у вас там? Да их португалец додосит. Да. Португалец перестанет додосить. Я еще подключение игроков. Блин, народ, надо сейв грузить. Тут я не видел, что испанец вылетел. А что ты сделал? Да я ему дружбу кинул, а он компьютер принял, короче.
Ну, у меня автосейвы вроде включены. Это я принял. Кайф, испанец. 5 баллов. Понятно, короче. Смысл сейчас мне с ним воевать? Смысл воевать? Смысл мне с ним воевать? Вы правы. Будет Сулейман по жопке хлопать. Ясно. Там турок еще армию сверху поставил над моим городом. Ну я сейчас на нее, на тебя просто нападу и все. Ты не хочешь ничего делать против португальца. Ты типа сидишь и просто, ну у меня там союз. Да, ну, да правильно, да, сноси его, раз как бы он только помогает португальцу. Ну, мне не хватит, я уже сильно стал отставать, потому что я с китайцем воевал сейчас долго. Сейчас через... через сколько ходов у нас? Через 3 хода заканчивается эмбарго на Португалию, и он начинает отправлять караваны к испанцу, зашибись. Типа, и кек. Испанец, зачем? Ну просто зачем? Я выпал из всего обсуждения и не слышал по поводу вообще, в принципе, что происходило здесь последние минут 10. Начнем с этого. Играя в такую, ну... Возможно, да, возможно, стоило все-таки с ним воевать, но с другой стороны он меня просто снесет моментально. Так он всех так снесет! Вы какие-то вот странные, вот вы просто в жизни, вот понимаешь? Вот просто в жизни себе представь. Приходит амбал такой, вас 10 человек. Друзей. 10 друзей. Приходит амбал и начинает избивать твоего друга. И ты мне говоришь, слушай, давай ты меня бить не будешь? Окей? И я тоже за друга заступаться не буду тогда. Он такой, окей, избивает твоего друга, потом начинает избивать тебя, понимаешь? Ты говоришь, ну как, мы же договаривались. Он говорит, ну, похер мне. Просто вот, это какая-то такая, это, не знаю, теория игры. Просто обычные вещи. Ну, ты чего, вот чего ты ждешь? Вот просто мне интересно, вот ты заключил дружбу с португальцем, чтобы что произошло? Вот что тебе поможет победить, когда заключил дружбу с португальцем? Чтобы расставить себе науку, ускорить ее. Тебя просто после нас придут и скатают, и все. Ну, ты просто ну. Берешь, построишь домики на лечо. А ты мало... Дело не в том, что он тебя придет, скатает, а в том, что у него теперь есть куда отправить караваны. Кайф. Ну, там еще валеты есть. Там несколько бегаешь. Валету можно послов отправлять. Я, например, перекупаю сейчас. Валету можно снести, например. А тебя сносить очень напряжно. Ну, вот как бы сейчас вот молочко сметанкой говорит, что он хочет пойти тебя снести, чтобы ты просто не давал преимущество португальцу. Получается так. Так нет, у него давно там стояли войска. То есть у китайцев пока не особо получается сносить этого. Они уже мир заключили. Да, они уже мир заключили, чтобы с португальцем воевать. Непонятно что. Начнем с того, что я не в курсе был. Рассказывай, все ты слышал. Нет, я не слышал. Тоже так себе оправдание такое. Я возвращаю. А не знаю, все зашли? Ну и Атини вроде подключился тоже. Атини ну, вроде здесь. Да. Вроде бы да. Просто мрак, конечно. Так, испанец хорошо. Дружбу с португальцем заключил. Ой, он меня снесет. Так любой игрок в партии может так сказать. Он меня снесет. Нет, так давайте признаем просто победу португальцев и пойдем. То есть, заключить дружбу, чтобы признать победу другого игрока, так что ли? Капер Португалии разграбил племенное поселение. Тут где-то должен быть фрегат, по-моему. Инка, а у тебя есть апостолы? Могу купить, или ты о чем? Что ты имеешь в виду?
есть ли апостола. Это в прямом смысле, есть ли они у тебя сейчас там? Так, я должен прямо сейчас эту нет. достроить. Ладно. А, дворец Патала не удалось. Так, давайте попробуем в Каве еще какое-нибудь чудо. Наш производство сохраняется. Оксфордский, не жалко. Петру. Великая библиотека, один ход. Ну, вообще, это интересно. Но я бы здесь хотел. Собор Василия Блаженного точно нет. Может, Петру на этом месте? Ладно, давайте уже Петру. Правда, на одну клетку будет влиять, зато очки получим. Ладно, пошли, короче, в химию. Не буду я два форта уже, хотя... Давайте через повыто, вот верфь я точно не скоро. Да и банки, наверное, не скоро. Ну, Португалия еще без угля. Неплохо. А, подожди, так я не открыл форты? Так, давайте я форты открою сначала. Без нефти и без урана. Угу, но я здесь не могу их ставить. Кайф. Ну, у меня три угля вообще-то. Я не знаю, у меня три угля, нормально. Тебе повезло. А у меня жопа. Ты, блин, жопа у всех. Это как бы нормальный нет, ну как бы, физиологический угля, факт. Тут его вообще нет. Ну ты слышишь, мы же что тебе говорим? Не, сейчас слышу, я переподключился на другой этот провайдер. Вообще, конечно, у португальца 284 науки, но по дереву технологий он вместе с нами как бы. Он не где-то далеко. Он, скорее всего, рашил. То есть ему сейчас придется все в армию просто бросать, понимаете? Он не сможет там много чего-то строить. Ну, если мы, конечно, не будем халявить. Я вам рекомендую сейчас лучше каперы строить. Так. 4 хода и 3 очка, да? Я могу великих людей каких-нибудь прикупить, например, вот Эйфеля, между прочим. Да, я бы его, кстати, взял. Привет, Нубия. Так, и мне нужен уголь. Ну, уголь свой, надо купить... Опа, португалец все-таки решил повоевать. Пограбить. Ну так все да, воюют с ним. Юнитом разобраться на воде. Фига, тут галера почему-то. Так, Хубилай. А, мне нечем с ним торговать. И это очень плохо, он сейчас очень много потопит. Ну так прячь их. Чё ж ты так? Прячу. Он подождал, пока я с ним походил. При помощи рыцаря я вряд ли где-то уничтожу. О, все, так я в золотом веке. А что я сделал? А, Гюстав. А почему я за Гюстава? А, потому что я его купил за веру впервые.
Все, понял. Так, слушайте, дайте испанца открою. Города. Вот в Барселону надо, например, отправить. Шпиона, я имею в виду. Так, Нубия, ждать твои кораблики, чтобы ты помог мне пройти? Да, они плывут. Я тут просто, я как раз уничтожаю те юниты, которые прибыли в Португалии. Но я вот к Кардиффу подъезжаю сейчас. Ну, вообще, то есть мне как минимум ходов 5 понадобится, я так понимаю, плыть. Ну, я пока просто буду где-то около берега стараться ошиваться. Ну, с левой стороны будете заходить или с правой от нашего континента? Не знаю, это вы нам скажите. Вы так говорите, знаешь, как будто мы видим что-то. Я вообще не вижу ничего пока. Мы придем с запада, вот так. Так, увеличиваем за деньги, ребята. Думаю, понятно почему. Увеличено на 100% за золото. И... Ну, тут, я не знаю, второе тут, мне кажется, Португалия что-то можно поднасрать? Мне кажется, нет. А у меня что-то вообще другие голосовалки. Ну да, у меня тоже плюс 100 бонусов ДГшек. Что? Ну, значит, у вас двоих будет рассинхрон. Yes. Значит, на 100% увеличено за золото и 100% к производству в промышленной зоне, видимо, да? Давайте. Ну да. И повливайте побольше туда. Сколько там дипломатии у Португалии? Так у него нет. Можно не вливать. Он не сможет как-то перебить. А испанец ему там не захочет помочь? А у испанца другие голосования. Поэтому он ничего никуда не вольет, мне кажется. Ой, у меня тут становится вулкан активным. Вот это неприятненько, если мне тут сейчас мои крутые священочки поломают. Да, у меня только одна клетка, на которую Петра действует. Но, тем не менее... У меня союз закончился с инками. Увеличено. Ну да, все прошло. Инк предложение. А, это Конго, блин. Испанец, давай на... О, господи, португалец, давай на счет. Это кто? Это тот, чей сухопутный юнит ты пытаешься перебить, Бэтмен. Да не парься. Ходи. Ходи первый, я не буду вообще их трогать. Дурак, ты на испанца будешь нападать? Я не хочу, блин, потому что я пытаюсь остановить португальца, но я так понимаю. А каким образом ты будешь португальцем? У тебя один город на берегу. Не понял еще раз. Ну, у тебя же один город на берегу только. Я думаю, что это и так построится. Пехотой буду своего. Давайте попробуем венецианку. То есть нам нужно промышленную зону здесь. Ну, ну, соответственно, дамбу здесь. Я в этой игре буду пытаться его остановить. Где тут дамба? Так. А этого парня
сюда, Венециан, когда промышленная зона появится. Я, правда, не помню, там нужна ли просто промышленная зона или какая-нибудь фабрика еще нужна. Нет, просто промышленная зона, отлично. И испанец будем союз продлевать? Ну да, у меня к тебе права найдут. Ух ты, какое тут чудо. У Португалии у Юни? Нифига себе. Это у Саладина было такое, это чудо. У Саладина было 50 науки без этого. Без кампуса. Ну да, тут, конечно, Саладин реально проспал. И очевидно, что он его не должен был забирать португалец. Было 50 науки, и этот. Он еще пантеон на озера взял. А как он... Ну хорошо, приплыли к нему фрегаты, но ты ставишь стену и какой там юнит, не знаю, стрельцов и пикинеров? У португальца росла мощь, там у него было там 500, 600, 700, а у него как было 200, так и осталось. Он тупо просто либо не заметил, либо просто сидел и надеялся, что это не против него. Я не понял, почему форты... А, я ход закончил. Так, а кто-то вылетел опять? Испанец. Опять вылетает испанец, что там? Попробует защитить самого сильного игрока. Ну так может... просто предложить признать Португалию победителем и пойти? Вот это интересно, посидеть 6 часов, да? Не, ну его можно понять, постоянно происходит это в его сторону. Ну, такое. По-моему, это вообще бред. А мы таймер уберем или мы без испанца будем играть? Я убираю уже. Да, прикольно, что мне Кардив мешает. Что мои слоны обстреляют с берега корабли португальские. Здорово. Чего у меня баг какой-то? У меня он в коммерческом центре нету рынка. Вот прям нету рынка. Я его не могу построить. Бред какой-то. Я прошу прощения, у меня за 2 месяца в первый раз такая тема. На тот случай, если вдруг приплывут корабли Португалии, пускай стены стоят. Ай, ладно, давайте возрождение поставим. Со стенами возрождения уже точно нифига не берется сейчас вот. Следующим ходом объявлю войну Кардифу, чтобы пройти. Давайте на 110. Ой, на плюс 6 заплатим 110, но мы... Продвинем там какую-то социальную политику. Таким образом.
Это компьютер предлагает. Так, инк. Инк предложение. Я успел все купить за веру, все, что мне нужно. Скажи, как он тебя перебьет, я просто там жду этими шпионами рубануть ему послов. Ну вот сейчас перебил. Ты так говоришь, как будто ты это одномоментно можешь сделать, а не... Приходами, ну да, я же... Ну ладно, я запустил, там как повезет. Вьетнам, сделка. Так, стоим, ждем. Испанец, сделка. Упс. А испанец зашел уже в игру? Да. Да. Так, я на секунду испугался даже. Так, нету смысла к нему открытые границы просить, потому что он в союзе с Португалией. Кстати, кто-нибудь отпробовал Loop Hero? Так я же даже стримил. Так, я чувствую, сейчас я попаду в немилость. Да ты давно уже. Сейчас я просто плюсик кружочком обвел еще. И как? Я просто не смотрел стрим. Я не люблю особо смотреть стримы. Как впечатление. А, ну раз ты любишь, то я тебе сейчас специально для тебя все перескажу. Хорошо. В двух словах хотя бы. Уже жирным кружочком он делал. Подчеркнул три раза. Еще стримы не любят смотреть. Ну, еще стримы не любят смотреть, вот это. И эти мужиков, которые Леша зовут, как-то сразу не очень приятно, да? К белорусам не очень отношусь. У меня бабушка, точнее, сестра бабушки белорусы, и она за Лукашенко. Все, пора казнить. А как это сестра бабушки белорус, а бабушка не белорус, это как? Ну, она уехала в Белоруссию. А, так все-таки она не белорус, да. Она не белорус. Да. К сожалению, у меня только болгарские корни. А у меня бабушка с Брянска. Так что на одну четверть. Рост, рост. Мирой там посадил уже спецов в науку. Все остальные нормально, кроме... Кроме португальца. Да, надо бы спасти и этот сделать. Так, у нас все зашли обратно. Давайте таймер обратно возвращать. Ну, у меня просто... Я пересел с одного на другой. Так, запретный город приятно, потому давай, что да. Дает карточку. Дополнительную. Я перезакрою специально, все проверил, чтобы интернет не проходил. Не знаю. Просто первый раз такой. Наверное, республиканское наследие возьму. Что мне ее допадает? Так, электричество пошло. А, нет, еще не пошло. Еще не пошло. Или пошло в каве. Да, в каве пошло. Блин, а чё я соседство промышленности? Ну, вообще, содержание юнитов тоже важно. Потому что скорость маленькая, да? Без понятия.
А я не от... Слушайте, а нету ремесленников? А где ремесленники-то? Что за фигня? Я ж их не мог пропустить. Или мы их просто еще не открыли? Вот тут, наверное, ремесленники в промышленной эре. Ну, я уже идеологию лучше открою. Там уже будет соседство и кампусы, и промышленные зоны сразу. Так, 11 в Мохенджо-Даро. Либо на зону. Нет, давайте на культуру. Блин, а Лавента... Нет, давайте на 10. Вот там еще и еда, и производство. Почему не выделяется сразу юнит? Вот просто интересно. Мне чисто спросить. Так, три хода. Это возможность венецианку строить. Тут, наверное, продолжу капер. Каперы создавать. Стоим, ждем. Угольные четыре, на самом деле 8. Не, у меня, кстати, очень неплохие города получаются. Вот денег пока маловато. А давайте здесь пригород. Почему нет? Привет, снова привет. Подруги, так, подожди. Здорово. Давайте глянем. Так, Адам Смит, кстати, ничего такое. Это не хочу. Дает озарение для одной случайной нового времени и 50 для всех текущих. Ну, в принципе, ничего, но если бы не 6750 стоил. Флотоводцы еще что? Не, давайте торговца возьму. Хороший торговец. Да, следующий говно как раз. Я в героический век выхожу, да? Кайф. Испанец, скажи, сколько к тебе караванов сейчас португалец отправляет? Ни одного. Там, блин, флоты этих фрегатов. Так, к оружию возьму пульс паровой машины и реформа денежного обращения. Я хочу сказать, португалец. Португалец в нормальном. Так, португалец в нормальном веке, это значит, что его караваны, в принципе, можно грабить. Если бы кто-нибудь сказал, где они. Кто-нибудь видит караваны португальца? Но не. Че вы ко мне пристали, блин? Там вон Китай уже 202 науки, блин. Ну, потому что у тебя 285. И ты тут всех захватываешь? Никого не всех. Только иноверцев, да? Шотландия, давай продлим научный союз. Понравилось? Ты еще спрашиваешь? Вот после этого. Закидывай.
Там можешь на выбор любой взять. А с кем еще Португали воюет? Со мной. Ну, тебе так лучше. Но все равно никто со мной не торгует. Давайте, наверное, Лян на аквакультуру. Пора пересаживать в Элькурру. Так, а Рейну... Я помню, что я хотел Магнуса, но я смотрю, что тут не вырубать буду, а... Слушайте, Рейну, наверное, в Дангейль, а Магнуса я потом пересажу в Каву. Может, нарушь свой эмбарго на торговлю, не? В смысле? Лакшери. Там меха у тебя вроде бы были. А, ну с тобой. Ну давай. Можешь сам выбрать, какой тебе нравится. А как Португалия, имея столько фрегатов, не пошла никого дальше захватывать? Так мы все войну объявили. Я кинул предложение. Кроме Испании. Прикинь, испанец с ним дружбу заключил. Хм. О, спасибо. О, столько прям конкистадоров у испанца было. Просто иди захватывай. Так он в какой раз вышел к тому моменту? Блин, может все-таки здесь поставить... Даже, ошибаюсь, да? Убрать уже эту пирамиду и тут поставить на плюс 3 кампус. Да, там у городов... У городов по 65 плюс армора. Это да. Нужно грабить. Хотя кого я учу играть за Испанию и воевать? Ладно, давайте пока бонус соседства промышленной эры поставлю. Попробуем рационализм. В итоге достались кому? Глянем. Да, мне. Плюс 6 науки, да. Ну, рационализм, в общем, да, пока нафиг нужен, судя по всему. Даже нет, 3. Там то, что на чуде стоял, тоже. Зачем ты все клетки Мекки передал? Я вот этого не понял. Возможно, автор распределения. Я там уже Мекка не занимался. Ну так у тебя и промки не было, поэтому, потому что мека забирает как можно больше там наука, голда, а по факту нормальные клетки не обрабатываются, поэтому у тебя не было промки. Нет, там я уже ставил просто священный мир. У меня 3 города должны были давать производство. Так, подождите. Закончил ход. Мне надо как-то клетки попередавать. Вот кава, у кавы, например, вот эти клетки, 1, 2, 3, вот эту отдать надо. В Элькуру вот эти надо поотдавать. Блин, я все забываю, что я посела хотел купить. Давайте я, наверное, в Каве куплю. А у вас с какого хода рассинхронно пошли? Давно? Да у меня этот... Почему-то Йота выпендривается очень сильно. Я не знаю, что происходит с ним. 2 раза на неё садился, 2 раза хоп, и вырубился интернет. Рассинхрон не так давно, наверное, 10 ходов назад начались. Так, постою, подожду. Ну, конкретно у меня, у Атиньо раньше. У меня началось... Хочу 2 корпуса сделать. На... А, блин, у меня пушки. Черт, мне надо... карточку поставить на апгрейд юнитов.
А, ты где обитаешь? Пожалуй, в Кумасе. В каком городе? Я под Москвой сейчас. А, так сразу не скажу, что лучше-то. Не, это нормально. Я говорю, за 2 месяца это первый раз такое. Так. Ну да, Юта обычно массово арендует вышки в базовой станции, имеется в виду, этих у своих конкурентов очень часто. Йота — это дочерняя компания Мегафона, если не ошибаюсь. А там... Да. Это да, просто там... Ух, я хочу вот эту. Сетей связи заключается в том, что одна крупная или, ну, одна две... Так, Мироев, Каве купить посела. Ростелекома и Мегафона. А остальные присасываются. Ну, не магистральных, они подсоединяются к магистральным. Ну, Ростелеком магистральный сама укладывает. Но она имеет... Она разведчики убили. Да, инфосотка. У них отдел отдельный есть по прокладке магистральных сетей. Я там обучение проходил. Ну, что они просто себя так называют, потому что на магистралке их-то всего несколько в мире. Не, ну, опять же, магистральные в масштабах страны. Ну, мне надо пригород строить в столице. Этаж, там закладывается под нее... место, соответственно, и туда... Может, на месте скота уже не буду вырубать? Или вот здесь, потом, слушайте, вот тут давайте... Дом.ру и подобным предоставляет в аренду. Так, в Каве пригород мы построили. Дом.ру тоже имеет свои, кстати. Чё, банк? Да, но они имеют больше этих последних миль. Что еще раз? Последних миль они больше имеют, то есть линий от я понял. Коммутатора до клиента. Давайте кампус, ладно, убираю эту. Обычно провайдеры, которые арендуют, они делают сеть дом-дом, чтобы соединить пару улиц. Мне кажется, правильно день-дон, а не дом-дом. Не, ну тут я, конечно, не буду... О, вот сюда можно. 115. Или сначала военную академию давайте. Выкуплю эту клетку просто для района. Ай, да, и даже в очередь зашли, поставлю. Я возвращаю таймер. Вызываем, нажимаем, готов. Банк тут 4 хода. Давайте строители. Я банк построю в Мирое. Вот так, давайте поменяем местами. Потому что тут один ход и тут два. Я как раз ускорю экономику. Где возможно, я ставлю в промышленном районе, потому что там плюс 100% к созданию зданий, поэтому... Пока действует это решение Конгресса, надо именно в промышленных зонах все ставить. На этом пока все. Продолжение спонсоры канала могут увидеть прямо сейчас в вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!